подвести черту поездки и обсудить текущее положение дел. С такой целью в зале районной администрации собрались областные руководители и ахтубинская общественность. Итоги работы муниципалитета за последние полгода подвел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Хочу отметить, что абсолютно большая часть тех вопросов, которые были заданы, на сегодняшний день отработаны, и с тем или иным положительным или отрицательным, но как минимум решением. Глава региона отметил, что основные болевые точки Ахтубинского района известны. Это здравоохранение, водоснабжение, дорожное хозяйство, ветхий аварийный фонд. И несмотря на то, что решить эти запущенные вопросы можно только за счет капитальных вложений, положительная тенденция намечена. В адрес местного руководства звучали как замечания, так и похвала. В частности, губернатор подверг критике тротуар по улице Андреева, который надо было ремонтировать участками. Но похвалил за работу по благоустройству, особенно отметив старания для победы в федеральном конкурсе. Далее представители Кабмина провели детальный анализ деятельности администрации. По линии водоснабжения результаты удовлетворительные. 110 миллионов рублей, выделенные областным правительством на замену труб, практически освоены. По линии нацпроектов ситуацию по району доложил заместитель председателя регионального правительства Михаил Богомолов. Он выразил пожелание более активно участвовать в программе переселения из ветхого аварийного жилья, при этом по достоинству оценив участие в программе строительства. Хочу отметить, что в принципе серьезный прогресс в районе. Мы видим, что строится новое жилье, что в рамках программы КРТ определены 4 земельных участка. Я считаю, что этот район большим градостроительным потенциалом. И те обозначенные в перспективе 185 тысяч квадратных метров – это серьезное подспорье для района, как выполнить социальные программы, жилищные программы, ну и, соответственно, двигать экономические рычаги для развития самого района. Говорили и о дорогах регионального значения. В этом году был произведен ремонт подъезда к селу Балхуны и начаты работы на дороге на Нижний Баскунчак. По плану почти 50 километров трассы в самый восточный поселок района отремонтировать за 3 года. Личное пожелание губернатора, который в этот день побывал в Нижнем Баскунчаке, ускорить работу. Встреча получилась детальной и обстоятельной. По итогу совещания все присутствующие могли задать руководству региона вопросы. Многие из них необходимо решить на областном уровне. Светлана Андарева, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.